Я пришел. Добро пожаловать. К вечеру усердно готовились? Что вы сделали к празднику? Небось, целый день готовили. А я поставил новое оборудование в бассейны. Провел очистку. Теперь они наичистейшие. Мы готовы к Новому году. Вы не украшали дом. Если бы я знал, захватил бы по дороге. Еда готова. Прошу, садись. А где Асия? Она ночует сегодня у Салихи. Та пригласила ее на Новый год. К ней пошла. Надо было ей оставить мальчика. Он затаскует среди чужаков. Кажется, тут затасковал кто-то другой. Ты как в воду опущенный. Подарки там. Приятного тебе аппетита. Стой, господин Джамшид, останься, пожалуйста. Что с тобой вдруг случилось? Почему ты так расстроился, обиделся? Я же не чужая. Будто я не вижу твоего состояния. Марьяман, она очень любит своего мужа. Это видно. Когда-нибудь они непременно помирятся. Мы просто взяли их под крыло в трудные времена. И то, что ты подразумеваешь что-то помимо этого, мне обидно. Господин Джамшид, в следующем месяце состоится суд. Ильяс давно уже взял другой курс. Его мать Сибель поселились в доме Хелен. Она взяла их под свою опеку. У Ильяса с ней все серьезно. Так что не на что надеяться. Это не важно. Нас это не касается. Я просто так заглянул. Я лишь хотел вас навестить. А так я встречаюсь с друзьями. Увиливай, увиливай. Будто тебе есть кому поплакаться. Если Асие протрет глаза и посмотрит, то все увидит. Ах, несчастный.